Итак, мы сделали камбэк, то есть вернулись, и сейчас мы будем пытаться играть и набрать лучший результат в игре под названием Райдер. Или в Play Market она выглядит, ну, как-то вот так вот. Да, я раньше думал, что ее назвали там, например, Райдер, Большой Гонщик, ну, а здесь оказалось просто Райдер. И... Собственно, это никакая не реклама. Мы просто будем проходить ее, ну, не проходить, а там тестировать. И погоди, что она из себя представляет. Конечно, я не отрицаю то, что я уже начал ее играть, и у меня там уже довольно большой результат. Кто-нибудь из вас по-любому скажет: ты серьезно? 70 — это большой результат? Ответ: для меня большой. А если вы можете набрать больше, то сделайте скриншот и прикрепите его в комментариях. Я обязательно погляжу и лайкну этот коммент. И погляжу, насколько больше результатов вы можете сделать. Мой рекорд 66. Вот такая у меня мустанговская машинка. Нужно дальше набрать с 18 до 22 алмазов за один заезд. Итак, оценим же геймплей. Если на видео лагает, то прошу прощения, то иначе просто такое у меня приложение позади видеоролика. Здесь я могу сделать два бэкфлипа, но почему-то сделать. Ну ладно, ничего страшного. Да, это по-любому у вас будет лагать. Ну блин, я не знаю, какое мне еще приложение для записи видео найти. Если вы найдете более топовое приложение для записи видео, порекомендуйте его. Самое главное, рекомендуйте мне Mobizen, потому что Mobizen я уже пробовал. И вообще там такое говно. Там звук заглушает мой голос. Это просто ГГ. Мы просто маньяк. Отличный прыжок. Конечно, игра довольно прикольная, она мне нравится. И если вам она тоже понравилась, то обязательно... Бля! О май гад. Кстати, здесь вот такой баг. Погоди, наконец-то у меня моих алмазиков. И погоди, сейчас. Я купил за 200 вторую жизнь. То есть... Бля! Да ладно, я не ожидал. Что я выполнил? Лол! Очков. Ну, это вообще изи. Ну, собственно, это вот такой вот баг. Вы можете просто покупать жизнь и волнуйся о том, что вы потратите ваши алмазики. Ну что ж, поехали дальше. Лол. 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 Залагало. Залагало. Да, залагало. Это жестко, конечно. В том видеоролике, где я попытался запустить Shadow Fight 3, у вас был маленький экран, это когда я уже поглядел в самом Ютубе. Ну, и сейчас я немножечко изменил настройках, поставил ландшафтный режим, посмотрим, как у вас он будет выглядеть. Поехали. Ой-ой-ой. Так, сделал два бэкфлипика. 720, еще 720 сейчас будет. Ага, просто, ну ладно. Где-то еще сыграю две, ну, поездки, так сказать, помимо этой, и все. И потом на этом наш видеоролик будет заканчиваться. Я вообще все мои видео, которые будут выходить на моем канале, не буду особо затягивать, то есть там минут 30. Вот на этом месте я всегда вздыхаю. Что? Что? Вы потом... В смысле? В смысле? Она остановилась! Ой... Вы потом на видеоролике посмотрите. Я-то упал именно вот в эту херню, об которую эта машинка должна уже взорваться, но... Она не взорвалась. Это странно. И факт. Четко. Вот это да, было четко. Безупречная сердце... Бля. 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 Это видео предусмотрено просмотру с нуля лет, хотя использую матные слова. Ну, конечно, я понимаю, что не будет нулетний или двухлетний глядеть, я понимаю это.
Но все равно. Я ради шутки, если что так сказал, то многие люди бывают не понимают шуточки. Они не знают, что это такое шутка. Они полудавы. Ну ладно. Отлично. Еще раз бы. Да, ну я, в принципе, так и ожидал. Я не хотел закрыть второе. Ну что ж, последний разочек сыграем. И на этом, я думаю, можно заканчивать видеоролик. Я думаю, я буду пилить видеоролики, ну, где-то, ну, максимум минут на 15. Ну, конечно, я стану выговорить не могу. Если захочу, там, например, в Clash Royale выполнить испытание, там, не знаю, какое-нибудь. О, да ладно, я выжил. То тогда, да, мне придется затянуть видеоролик. Пытаюсь либо пройти, либо сдохнуть в этом испытании. Бля! Нихуя. Да ладно! Здесь так замутено. Так. Делаем еще несколько бэкфлипиков. Отлично. Огонь. Полетели. Отлично. А в смысле она начала крутиться? Я ее не нажимал, уже отпустил. Наверное, по голосу автомобиля вы уже это поняли. Вау. Конечно, я все понимаю, что это не первое же ощущение. Первое ощущение, это когда я, блин, только скачал. Ну, я вообще начал снимать видеоролики, вот Shadow Fight, где я пытался запустить этот первый, и все. Ева! Все, это ГГ. Ну, я еще, по-моему, должен купить. Да, я покупаю за бесплатно, опять же. И поехали. Не будем. Нет! Фу. Это, конечно, полная лажа, сдохнуть два раза на том же месте, но, к сожалению, то есть, к счастью, бля, лажа все-таки случилась. Ну, думаю, на вот этом видеоролик по игре Райдер заканчивается. Если вы хотите вторую часть, где, например, пытаюсь пройти 15 заданий, ну, например, видеоролики, то тогда уж под этим видеороликом набирайте 10 или 15 лайков. Нет, 10 лайков и все. И тогда я точно уже в течение 2 дней выпускаю следующий видеоролик, где я попытаюсь выполнить, ну, как минимум, штук 7 заданий. Я буду конкретно стараться. Ну, собственно, вот. А если вы хотите, чтобы я играл вот в эту игру под названием Clash Royale, то, ну, то есть показал, как я играю, мой скилл, так сказать, то тогда под этим видеороликом давайте наберем 20 лайков. Вот это я понимаю жестко, считаю, что у меня 0 подписчиков. Ой, так а кому эти видео снимаю? Ну, ладно. Если набирается 20 лайков, то Clash Royale вас ждет. Вас ждет мой профиль и, собственно, все, что у меня имеется на моем аккаунте. На этом наш видеоролик заканчивается. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новом видеоролике. И, собственно, всем удачи и пока! To be continued.